Всем привет! Уже давно хотела снять видео про еду школьную, а точнее про ту еду, которую собирают детям в школу. Здесь, в Канаде, детей в школах не кормят, родители дают с собой буата-ланчи. Это вот такие вот сумки-холодильники, в которые слаживается еда. Вот. И что же ложится в эту еду, в этот буата-ланч, какую еду? В принципе, есть рекомендации, что можно ложить. Это обязательно должны быть фрукты, овощи, это обязательно должен быть сыр, это должна быть йогурт, допустим, какие-то каши, злаковые. Ну, то есть есть 4 категории продуктов, которые обязательно должны быть в буата-ланче, поэтому мы стараемся слаживать им еду согласно этого перечня. При этом обязательно должна быть основная еда, это обед, и минимум 2, а бывает и 3, в зависимости от того, как долго ребенок в школе, каких-то перекусов, которые называются колосьоны. Вот, что вот эта сумка-холодильник, что же в ней есть? Значит, вот это такой колосьон, печеньки какие-то. Вот такие, ну, это уже просто запасной вариант, я иногда ложу немножко больше, чтобы ребенок мог выбрать. Потом йогурт обязательно бутылка с водой. Вот еще один колосьон, это пюре фруктовое, апельсин, кусочек сыра. Я еще не положила, обычно здесь еще лежит огурец. И вот в таком вот термосе, это термос, в нем что-то горячее. Сегодня здесь плов. Можно положить сюда там суп, борщ, кашу какую-то, картошку и так далее. Ну, суп, борщ ребенок ел буквально пару раз, потом попросил такого ему не давать, поэтому обычно мы ложим там блинчики, какие-то варенички, картошку, что-то такое. Местные дети больше предпочитают какие-то бутербродную систему. Ну, а мы все-таки, ну, пока ребенок еще согласен есть что-то горячее, ложим в термос горячую еду. Ну, вот так вот выглядит буата-ланч. Иногда они делают как бы, ну, такой праздник детям и предлагают сэндвич. Тогда в буата-ланч ложат нам вот такую вот бумажечку. Если родители согласны, чтобы ребенок съел сэндвич, тогда мы выбираем, какой хлеб, белый, черный. Если это мясо, мы выбираем ветчина. Так, гарнир, помидоры, салат, сыр, соус, майонез, кетчуп и так далее. И если родители согласны, они ставят подпись. Это стоит $6. Вот, пишется, до какого числа это надо принести. Вот если у нас это до 16 числа, то вот до 15 четверга, до обеда ребенок должен принести обратно эту бумажечку с деньгами. И тогда в пятницу можно будет не ложить ему обед, то есть все остальное все равно ложится, перекусы, а вместо обеда у него будет как бы сэндвич. Ну, не совсем, на мой взгляд, здоровая еда, но тем не менее ребенку нравится, он всегда просит, поэтому мы стараемся все-таки там, ну, разрешаем ему кушать сэндвич в школе. Вот, вот это вот, вот такие коробки, в них покупаются вот эти вот для колосьона в разные штучки. В одной коробке, допустим, 6 упаковочек вот таких вот маленьких, как вот это. Вот таких колосьонов на полках в магазинах в Канаде очень много. Есть и какие-то там пудинги, есть и вот эти всякие пюрешки. То есть здесь все, ну, как бы сложено, сделано для того, чтобы было удобно собрать колосьон. Все у них поделено уже на порционные вот такие вот. Если это сыр, то он вот так и в порционных
Вот, поэтому, в принципе, идешь в магазин, набираешь на полках разного типа, что ребенок ест, какие-то вот такие коробки с печеньями, с бисквитами, с йогуртами, с пюрешками и так далее, фрукты, овощи. То есть, в принципе, если это местные, они даже не готовят основную такую какую-то еду, делают бутерброды, то есть собрать ребенка в школу, в общем-то, не проблематично. Вот, ну как бы по Буаталанчу все. Все, всем спасибо за внимание, пока.